Всем салют, с вами Молодой Платон, и сегодня мы будем подводить итоги 2020 года на Тостере. Я думаю, однозначно коронавирусом, ограничением концертов, ограничениями, в принципе, в жизни и немножечко ограничением заработка, потому что отменились концерты, отменились туры, и вообще очень сильно замедлилась работа. Я считаю то, что это правило. Ну, слушай, мне на самом деле очень сильно понравился альбом Ганны, Уана. И сейчас дропается Hollow Red у Карти, как я понял. И тоже можно будет ему номинацию дать, если он спейзнет. Угадай, что я скажу. The Limbo, Егор Крид, Коколя. Я считаю то, что это Ганна и Чами Прейс. Это звук, который я хочу делать в дальнейшем, но что-то он не очень заходит пока на Западе. Но я считаю то, что люди могут выкупить за это очень скоро. Ну, слушайте, 20-й год на самом деле скудный вышел на артистов, потому что никто не показал себя в полной мере, никто не показал свои настоящие силы. Все покажет 21-й, и, не знаю, я бы отметил Slow Metal, вот так вот. Потому что звук, который он показал на альбоме, это круто. Но я не ожидал от него такого. И работал много в этом году. Ну, в принципе, я думаю, это Lil Uzi Vert, потому что он был работоспособный в этом году. И у него вышло 3 очень крутых релиза. Открытие 2020-го. 42 Duck. Тоже, ну, очень интересный артист. У него сейчас вышел альбом, и тоже новый звук, новое звучание. Его сейчас очень хорошо подтягивает Lil Baby. Playboi Carti. Пока что. Посмотрим на его альбом. Да и я могу теорию Большого Взрыва отметить тоже, она не выходила в 20-м. Да я не знаю, мне кажется, все полезные. Я все купил прекрасно, очень люблю свои вещи и очень хорошо трачу свои деньги. Не падать духом, даже во времена, можно сказать, катастрофы глобальной. Быть более трудолюбивым, больше работать, потому что нельзя надеяться лишь на удачу. В любое время может произойти то же самое, что и в этом году, и все обвалится. Спезнуть, идти к звездам, коннектиться с Западом и вообще занимать лидирующие, так сказать, позиции в русской хип-хоп-игре. Нам пора прочувствовать соус. Значит, вам я желаю, чтобы в 2021 году не было такого, как в 2020, чтобы кризис ушел, чтобы вы зарабатывали много денег, любили семью, чтобы она любила вас, чтобы вы кайфовали и достигали своих целей. Это был Молодой Платон специально для Тостера. С наступающим!